51,20 у Хохловой. На 2, на 2 Нет, десятых. Вы смотрите Пишат. Вы Нет, смотрите я смотрю французов. Сейчас. Почему? Вот я у меня вот все написано. 51,40 у французов, 51,20 вот у Хохловой. Вот у меня написано. А, 51,20, да, извините. Влезло. Под музыку Шопена Танит Бельбан и Бенджамин Агосто. Мне нравится тоже эта программа, и мне нравится, как они одеты. Впервые, наверное, чувствует. Она довольно холодная исполнительница. Ну, наши сделали лучше. Твизлы. Ну, хоть не упал. Однозначно. Дорожка пошла по кругу. Идет дорожка параллельная. Ну, конечно, у него твизл был плохой. Мальчика, спина пропала. Дорожки устал. Наши лучше катали. Я думаю, что они немножко посадили финал. Но программа хорошая тоже. Приятная. Да, хорошая программа. Хорошо бороться среди сильных. Освежает. Чувствуешь себя в тонусе. То есть мы чувствуем, что наша пара, да, может быть первой. А в прошлом году какие они приехали с чемпионата мира? Пятый, по-моему. Вот именно.
Я думаю, что у них большой прогресс. И это очень, это самое важное. Финал сейчас. Гран-при – это такая противная вещь, он в середине сезона. И... Ничего она не противная вещь, она очень даже важная. Очень дожить до конца сезона. Да, в прошлом году были пятыми, и это пока что был лучший результат у Домнина Шабалина в их карьере. Если бы я думаю, что у них было такое количество баллов в прошлом году, то они были бы первые, как сейчас. Ну, кстати, не факт. Притом, сами понимаете, что никто их тут не ждет первыми. Сейчас я вам скажу. Так. Можно посмотреть, какие были результаты на чемпионате мира. Какой сейчас максимальный балл. Так страшно, платье висит прям под коньком. Нам-то не страшно, но им должно быть страшно. Нам главное, чтобы наше платье не висело. Вообще не висело. Не открывается у меня, к сожалению. А, я знаю, где можно посмотреть. Сейчас. Лучший результат на прошедшем чемпионате мира, вы правы, был 102 балла в произвольной программе. Это чувствую. Они проигрывают нашим. Не знаю, как в сумме. Проиграли и в сумме тоже. Таким образом, они уступили... Господи, где же эти оценки? Ну, я поздравляю всю команду. Проиграли в компонентах. Поздравляю всю команду, всю страну, всех любителей фигурного катания. И Аллу Викторовну Писееву, которая судит этот чемпионат. Поздравляю с огромной победой. С огромной победой огромного значения. И это честно. Потому что наши сегодня были лучше всех.